Всем доброе утро. В Мюнхене с утра плюс один, сейчас уже плюс четыре, и кажется, что супер, очень солнечно, очень хорошо, и я снова на катке. Каток работает с 9:30 до 12:30 с утра, по вторникам, четвергам, субботам уже там какое-то другое расписание, воскресенье, но вот два раза в неделю можно среди недели приходить, и тут никого практически нет, вот народу очень мало. Комфортно кататься, классно, тепло, ну на солнце тепло, в тени-то не очень, а так на солнце классно, вот, наслаждаюсь, просто удовольствие. Это вот мои самые большие удовольствия в Мюнхене. Вот этот 400-метровый каток, который я обожаю. И в баню люблю ходить, вот, и в горы люблю ходить, гулять по английскому саду. Это вот то, что мое, то, что мне очень нравится. Вчера приезжали наши друзья из Канады, мы с ними гуляли, так что... И это тоже очень приятно. Всем привет из Мюнхена!